Мало возвращено старое название. Видим с правой стороны православный центр, строящееся здание филармонии. Пока филармония Эшпая находится в одном из дворцов культуры. А левая сторона, вот два розовых здания, бывшие корпуса, келий, желтое здание, игуменский корпус и вход в Иерусалимский храм Девы Марии, где у нас также будет остановка. Там туалет есть, вход в туалет 20 рублей, выход пока бесплатный. На свой выход 100 рублей. И вот посмотрите, какие вам сразу открываются строения, да? Что вы видите? Практически Спасскую башню, да, Московского Кремля. По образу и подобию построена Благовещенская башня. Это вход на площадь Девы Марии. Ну, один из входов, конечно, на площадь Девы Марии. Высота Благовещенской башни 53,5 метра против 71 Спасской башни. Но зато те же кремлевские куранты, часы с четырех сторон света, каждый час оповещают жителей города Йошкар-Алы о времени. Ну вот пока наш водитель разворачивается, кстати говоря, вот этот небольшой пятачок, это площадь Никонова, это первый секретарь обкома партии 70-х годов, который развивал на территории Марийского края сельское хозяйство. И в память о нем появилась такая площадь. На ней находится академический русский драматический театр. Прямо перед нами, в передние окна, видно, здание было построено в 80-е годы. Носит он имя Георгия Константинова. Thank you.
территории Троицкого храма. Это один из храмов, первый, одевшийся в камень в 1736 году. В советский период его купола, вы видите, закамары идут по всему периметру купола. В советский период он, конечно, не действовал, был полностью разрушен, а в 90-е годы восстановлен. И вот на территории этого храма мы минуем сейчас с правой стороны часовню, освященную в честь всех святых в России просиявших. Это был 2013 год. В этом же году был открыт памятник Александру Ефимовичу Потемкину Савинскому. Он тоже виден с правой стороны перед часовней. Гусляр, складатель, марийский поэт, белый офицер царской армии, не принял, не понял революцию. Направо. С белым движением ушел на Запад, где в 60-е годы и почил в Бозе в городе Гамбурге. Но в 2013 году ему был открыт памятник, на открытие приезжала его внучка, живет она в Москве. Семья оставалась в России, когда он ушел с белым движением. И вот, двигаясь по улице Вознесенской, еще раз внимательно посмотрите на Троицкий собор. С правой стороны крошечка в три окошечка, под зеленой крышей небольшой домик. Это первая новокрещенская школа, 1749 год. Продвигаясь дальше, мы сейчас с вами по левой стороне увидим двухэтажное здание, наличники которого украшены красивой резьбой. Здесь жили педагоги Казанского медтехнического института. Ну, а марийские мужчины занимались еще вот таким ремеслом, как и резьба по дереву. Продвигаясь дальше,